сперва итоги сезона, они для нас, как для футбольного клуба «Факел», неутешительные. Мы заняли то место, которое хотели. При всем при этом, мы сейчас в раздевалке сказали ребятам, если бы с таким отношением, с таким рвением, с такими глазами мы двигались по всему турниру, то, я думаю, проблем с набором очков у нас нет. Я считаю, что за последние полтора месяца мы стали в определенном плане сильнее. Сильнее как команда, сильнее как коллектив. Надеюсь, индивидуально каждый что-то из футболистов вынес за эти полтора месяца. Ну и я у ребят увидел большое разочарование тем, что мы оказались на том месте, на котором оказались. По игре, скажу так, мы пытаемся ребятам привить такой футбол, в котором превалирует игра, а не фолы и не грубость какая-то. Но и в свете этого, конечно, очень тяжело 4 игры подряд играть в меньшинстве. Причем все удаления, те, которые у нас были, они, скажем так, не тянут на удаление. Ну что ж делать, мы должны быть сильнее и должны были бороться и с этим. Слушаю вас. Сергей Александрович, в чем причина, вот если к первой части нашего разговора вернуться, в чем причина вот того, что за полтора месяца все-таки нужный результат добыть не получилось? Есть какая-то одна, две или это целый комплекс? Футбол такая вещь, что это все равно всегда комплекс причин. Об одной из причин я сказал, потому что считаю, что даже эти 4 удаления, которые были в последних 4 матчах, они очень такие неприятные для нас и сложные, как мне кажется. Ну и в целом мы должны были быть сильнее, надо каждый должен посмотреть на себя, я тоже ребятам сказал. А для вас хороший урок, для нас хороший урок, каждый должен посмотреть и сказать, а все ли я сделал. Я думаю, если бы мы каждый себя еще толику чего-то вытащили, то результат был бы другой. А что будет дальше в ближайших там, днях или неделях определяться? То есть ваша судьба, контракт заканчивается, с игроками подписаться, не подписаться. Это все как скоро будет проясняться? Это будет зависеть от того, останется ли «Факел» или нет, да, вот так? Не по спортивному принципу, я имею в виду. Но самое главное из того, что я чувствую, что «Факел» здесь будет. Здесь в любом случае будет хорошая команда. Хорошая команда, которая по мере поступления информации будет играть, надеюсь, в турнире ФНЛ. Случится так, что надо будет играть в турнире ПФЛ, но она как можно быстрее будет подниматься выше. Вы готовы, условно говоря, вместе с командой опуститься, если вот так придется? Со второй лиги начинать? Иногда такое перерождение, оно полезно, но вообще полезно и коллективу, и клубу. При всем при этом, я думаю, я надеюсь и думаю, что команда все-таки будет участвовать в турнире ФНЛ. Я верю, что в следующем году такого места не будет. Будет место выше, и можно будет говорить о чем-то другом. Пожалуйста, еще вопрос. Вопрос один по игре. Сегодня Олейников, я понимаю, крайний полузащитник, да? Очень много брал игры на себя. Насколько понимаю, полузащитник прошел, ну и подал, да, сделал передачу. Сегодня он и поворотом бил, и атаковал, и так далее. Наверное, в ущерб атаке. Это была его задача сегодня брать на себя как лидера? Или все-таки это его инициатива отдельно была в сегодняшнем матче? Ну, зная качество наших футболистов, мы пытаемся в нашем построении игровом использовать их лучшие качества. Если мы знаем, что тут же Олейников может обыграть или хорошо открыться за спину, мы пытаемся это использовать. Если мы знаем, что у нас Бирюков неплохо играет на опережение, может головой сыграть, говорим о том, что надо много прострелов. Мы исходим из того набора футболистов, которые есть, и пытаемся их лучшие качества применить в нашей игре и задействовать, а худшие спрятать и нивелировать. И по итогам сезона что-то можете сказать о воронежском болельщике? Ну, я могу сказать воронежским болельщикам, что Воронеж, «Факел», конечно, визитная карточка Воронежа, его надо всегда поддерживать, надо переживать за команду искренне. Но я думаю, настоящие болельщики так и делают. Спасибо. У меня есть вопрос.
Извините, пожалуйста, я не следил за вашей карьерой несколько лет назад, но вообще здесь в Воронеже последние несколько лет, каждое лето у нас примерно два автобуса футболистов летом уезжают, и примерно два автобуса футболистов опять летом приезжают. Не опасаетесь ли вы, что мы снова окажемся в той ситуации, когда примерно до августа-сентября у нас, ну, значит, команда выходит на какие-то рубежи по взаимосвязи, она не налаживает взаимосвязи, разумеется, никакого результата нет, потом опять межсезонье, потом весна и конец осени на плохих полях, и снова опять, и опять и снова мы опять останемся на том же самом уровне, когда мы примерно в апреле и в мае говорим о том, что вот-вот у нас уже наконец-то взаимопонимание и самоотдача, и результата опять не будет. Как вот вы на этот счет думаете, если, насколько я знаю, контракты действительно не предложены футболистам, насколько я знаю, у них на руках находятся трудовые книжки, мы не знаем, может быть, они через 2-3 часа уже покинут расположение клуба, и, возможно, в Воронеже вообще никогда больше не будут, будут всегда рассказывать о том, так сказать, как им нравится Воронеж и все остальное. Как, что вы на это счет думаете, и как вы смотрите на эту ситуацию? Ну, я в течение этого месяца, на неделе 2-3, наверное, назад, подготовил комплекс мер, которые необходимо сделать клубу для именно исправления этой ситуации. В этом комплексе мер, конечно, стоят вопросы по комплектованию, потому что, да, неправильно каждый год обновляться там, на 50, на 70, на 80%. В команде должна быть преемственность, эта проблема есть. Есть проблема такая, что, ну, желательно уходить от однолетних контрактов, потому что человек год играет и уезжает. Вполне возможно, что клуб должен и зарабатывать на футболистах. Если кто-то себя хорошо проявил, он может уйти в другую команду. А клуб должен, ну, планово вести хозяйство. И, в принципе, это моя комплекс мер, это записка на руководство есть. И если к ней прислушаются, то будет очень хорошо. Большое спасибо. Еще вопрос, потому что как бы пауза в нашей встрече будет. Все-таки вы остаетесь, предположим, да, и ваше отношение к игрокам в аренде. То есть, на мой взгляд, субъективные, они нам в этом году, можно сказать, не помогли. В дальнейшем, если все сложится, как вы говорите, факел остается, вы главный тренер, а с арендованными игроками какая будет ситуация? Тут не надо как бы клише вешать. Неважно, в аренде человек или у него длительность контракта один год, потому что это одно и то же по большому счету. Важна ментальность игрока, который у вас находится внутри команды. И полным-полно случаев, когда люди, находясь в аренде, приносят очень много пользы. Поэтому для меня здесь какого-то табу нет. Это нормальная мировая практика. Если мы не можем дотянуться в плане цены выкупить футболиста, то взять его в аренду, но намного проще. Да, наверное, для больших клубов это спорный вопрос, но для клубов, которые, так сказать, у них есть приземленные цели, но это выход из многих ситуаций. Ну, согласитесь, арендованный футболист, как и легионер, но должен быть на голову, может быть, нет, но на полголовы выше. Знаете, я настолько спокойно к этому отношусь, я не делю на арендованных или не арендованных, или иностранец. А для меня они все соратники, с которыми я работаю. Единственное, ну, по статусу я главный тренер, и я пытаюсь от них чего-то добиться. Честно говоря, я даже не знаю, кто арендован, потому что считаю, что это не важный вопрос, важна душа, состояние человека. Значит, если у вас, вот у тренерского штаба, на карандаше, ну, понятно, что ближайшее будущее пока не ясно, но тем не менее, на карандаше какие-то новые люди, которые могут усилить какие-то позиции, конкуренцию составить. То есть селекция идет независимо от ближайших перспектив. Конечно, работа ведется, и на данном этапе мы провели переговоры и уже с футболистами, которые внутри клуба были. И, конечно, есть достаточно широкий список тех людей, тех игроков, которых мы бы хотели видеть. Но надо стоять ногами на земле, надо понимать, что есть какие-то финансовые условия. Мы бы с удовольствием взяли людей, ну, мастеровитых, с именем, но мы стоим на земле, мы знаем, какие деньги может платить клуб, и исходя из этого, я думаю, и будет идти комплектование на следующий сезон. Насколько примерно процентов, если все останется так, как есть, если команда
не опустится. Насколько ориентировочно хотя бы обновиться состав команды? Мне очень тяжело на четверть, на 20. Мне очень тяжело сказать, потому что есть футболисты, к которым мы обратились, и мы сказали, что клуб заинтересован. Но эти же футболисты, пока, так как контракт закончился сегодня, там у них завтра, когда на днях заканчивается, они имеют право выбора, и пока они, кто-то может хочет премьер-лигу, кто-то может сменить обстановку. Да, есть футболисты из этого состава, конечно, которых мы хотим видеть, их достаточно много, Другое дело, устроит ли клуб их, наше предложение, и вообще, может быть, у них будет повышение какое-то в классе. Мы только за, если они уйдут в хорошую команду и с добротой будут вспоминать о Факине. А про программу предсезонных сборов с поправкой на неясное будущее команды расписано как-то? Вот? У нас есть, составлен план подготовительного периода на два варианта. Первый вариант участия команды ФНЛ, и второй вариант участия команды в турнире по ФНЛ. Ну, то есть новички в любом случае появятся, да? Ну, ясно, что 2, 5, 7. Мы, да, это команда, это живой организм, и обновление, оно всегда нужно, и оно всегда будет, но оно будет еще и в связи с тем, что не всех мы сможем удержать, как я думаю. А вот в какие сроки, Серега, может быть, ты тоже что-то скажешь, вот это все должно проясниться, вот то, о чем мы сейчас говорим, 3 дня, 5 дней, 7 дней, вот как это все? Что вы имеете в виду, где команда участвует? В будущее, в ближайшее, да. Где команда участвует? Да. Ну, я вам объясню, что 30 числа заканчивается процедура апелляции на лицензирование. Ну и 30 числа уже можно будет понять, если кто-то не прошел лицензирование, то будут ли предложены места командам, которые заняли там 16, 17, 18 места. Все понятно. Точно уже на мажорной ноте, предположим, все, вы остаетесь и команда остается. Задачи игроки у нас получается с подачи там, людей, которые при деньгах в столицах, а мы играем осенью поздней, ранней весной, а летом мы не играем. Как вы лично отнесетесь к идее проведения вот именно в летнюю паузу какого-нибудь там Кубка Черноземья, условно говоря, на нормальных полях, нормальную погоду? То есть здесь у нас и Белгород, есть и Липецк, много команд, которые можно собрать и какой-то для болельщиков и футбол посмотреть, и вот подготовить. Ну, я скажу прежде всего, что мое мнение, система, по которой мы играем осень-весна, она для всех лиг, для младших лиг, для ФНЛ и для ПФЛ, она губительна. А именно переход на эту систему привел к тому, что мы потеряли много команд, и она не способствует развитию российского футбола. Это мое мнение. А по поводу проведения здесь турнира, ну, вопрос открытый, интересный. Если можно будет сыграть с Липецком, с Белгородом, с Курском, с кем угодно, ну, это можно рассматривать. Нормальная идея. И со стороны болельщиков, потому что вот сегодня 25 мая, все замерзли. Ужас, а вот прийти в июне на футбол хороший, на хорошем газоне посмотреть, я думаю, люди придут, и вам в рамках подготовки при нормальной посещаемости будет интересно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.